Добрый день, дорогие друзья! И сегодня мы на пятерке, третья жилая 9, и там есть у нас классный экземпляр. И пока я иду, подпишитесь к нам на телеграм-канал. Пойдем! Ну вот мы и на месте, друзья. Посмотрите, какая чудесная кухонная гарнитура получилась. Итак, в чем сразу особенности были эта кухонная гарнитура? Здесь на адресах, полностью в жилой 9, происходит такая ситуация, что глубина столешницы делаем и больше, для того, чтобы полностью цельное пространство было. Как вы видите, здесь еще не положена плиточка, она будет здесь стоять из керамогранита. В принципе, тут плюс-минус мы делаем проекты уже третий, либо четвертый, могу ошибаться. Из особенностей, мы сделали здесь угловой кухонный гарнитур, поставили обязательно еврозапил. Если посмотрим, мы сделали выпил под стиральную машинку, которой еще нету, но она здесь будет. Далее у нас с вами идут посуда хозяйки, глубокий шкаф на 600. Особенно хочу уделить внимание мойке, которая крупная тоже у нас. Это хит у нас продаж, мойка Grand Mill, хозяйка без ума от нее, как она говорит. Гладенькая, классная, большая, мощная, массивная, красивая, и все это про нее. Смотрите, сколько красоты я наговорил. Микроволновка должна стоять у нас в другом месте, пока кочует здесь, потому чтобы рабочее место было. Посмотрите, как удобно все сделано. Здесь мы помыли, положили сюда, переложили в сушку. Дальше здесь все переложили, здесь готовим. Ну красота же, согласитесь. Сенсорный у нас выключатель идет. Настолько хороший, что защита от детей, кто знает меня, тот понимает, мне это не подвластно. Все, если такое вижу, все, бракуем сразу же. Под вилки, ложки у нас ящичек идет. Дальше под все приборы, под духовой шкаф. Сам духовой шкаф, ящичек. Оп, маслицо. Для того и нужны бутылки, чтобы складывать бутылки. Из особенностей посмотрите на эту красивую конструкцию. Мысль дизайнера уходит просто в небо. Интересное, в стиль лофт, воткнули прямо сюда. Кто это сделал? А это сделала Алена Рыкова. Похлопаем за эту красоту. Дальше у нас идет вытяжка. Пока что она у нас не выведена, она фильтровая идет, вот так включается. Вот такая вот все эта красота получается. Это тоже вытяжка, насколько я знаю, наша. Там есть выключатели, мощности, и также там можно свет включать, выключать. В принципе, вот такой небольшой обзор у нас получился кухонного гарнитура. Мне он очень понравился. Я кидаю его в список лучших своих кухонных гарнитуров. На фоне всего, что происходит, мы знаем, о чем говорим. Я не знаю, зачем я это говорю. Кухонный гарнитур – это очень сложный объект. И я предлагаю вам встретиться у нас в салоне. Для того, чтобы пощупать фурнитуру, потрогать фасады, открыть-закрыть дверцы и понять, почему кухонные гарнитуры у нас служат десятилетиями. Отлично. Что я там говорил? Брагина, нет, Брагина. А, да, у нас есть три салона, это Брагина, Фрунзе и Заволга. В любой из них вы можете приехать, записаться, и вас там встретят, все выберите. Все, записывайтесь у нас, там есть ссылочка снизу.